Всем привет! Снимаю видеообзор товара, купленного в интернет-магазине 7745, специально для конкурса. Я приобрел автомобильный компрессор марки AVS Turbo KS2000P для накачки автомобильных шин. Этот компрессор имеет производительность 20 литров в минуту. Также в комплекте он имеет набор насадок. Сейчас распакую и покажу, как выглядит компрессор. Вот так выглядит компрессор. Он имеет, естественно, шланг, автомобильную вилку с предохранителем, что немаловажно, который защитит цепь автомобиля в случае короткого замыкания. Имеет манометр, на котором есть две шкалы. Кнопка включения-выключения, что также удобно. Провод длиной 3 метра. Вот так выглядит набор насадок. Сейчас расскажу вам технические характеристики. Так. Вот есть инструкция, в которой указаны технические характеристики данного компрессора. Компрессор у нас KS 2000. Имеет напряжение 12 вольт, ток потребления 14 ампер, мощность 100 ватт, максимальное давление 7 атмосфер, производительность 20 литров в минуту. Рабочая температура от минус 35 до плюс 80. Масса 870 грамм. Компрессор не занимает много места. Компактный и удобный. Также есть гарантийный талон с гарантией на год. Ну что, пойдем проверять компрессор в деле. Ну, а вот так вот он работает. Сейчас будем накачивать колесо. Провода хватает от прикуривателя. В принципе, нормально. Пользуйтесь услугами интернет-магазина 7745.